Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress, так как сейчас пока распродажа, и я подобрала именно тот товар, который сейчас действительно со скидкой. Решила сделать еще обзор. Много у меня скопилось фурнитуры, и мне хочется все это уже разложить по коробочкам, по своим местам, поэтому сегодня будет тоже обзор не менее интересный. Ну, давайте начнем. И начну я вот с таких бусин. Это, как видите, ракушки. И они такие большие, крупные. Как видите, интересно собраны даже на леске. Вот так вот. Я когда увидела, думаю, надо обязательно купить, посмотреть, что это такое. И неплохие, мне очень понравились. Сделать украшения. Добавить каких-то бусин, вот, например, да, вот так вот они стоят. Между ними добавить можно любую бусинку, любой формы. И будет уже интересное украшение, вот посмотрите. Но они тут, конечно, отличаются немного по размерам, немного больше где-то, немного меньше. Здесь вообще вот это лишняя какая-то, кривая и не по форме. Но ничего страшного, в основном они неплохие. И много есть на бусинках перламутра. Вот, посмотрите, много-много перламутра. Понравились мне такие бусинки. И размер у них 12 на 14, где-то разнятся 12 на 10 написано. Ну, а на ниточке 29 бусин я посчитала. И такое можно интересное украшение сделать. Красивые бусинки, и они сейчас тоже со скидкой. Поэтому я вам и... хотела показать такие интересные перламутровые бусинки. Вот такие бусинки. Тоже недорого стоили, поэтому решила взять посмотреть. Мне понравилась такая форма, как бамбук написано у продавца. Неплохие, да, есть, конечно, тут где-то неровные бусинки. Вот, например, вот такая вот бусинка, да, она со сколом немного. Ну, штук 5 я отбраковала бусин. Ну, а в основном они хорошие. И я так подумала, можно их применить как проставочные. Посмотрите, вот такая форма, и где-то их как проставочную поставить. Было бы неплохо. Другого цвета добавить, например. Ну, можно, конечно, и так собрать, между ними поставить гематит какой-нибудь золотой или серебряный. И можно даже вот такую ниточку собрать, тоненькую, украшение. Неплохие бусинки, тоже понравились. Еще вот такие вот звездочки подвески очень мне понравились, так как они медного цвета, но с такой патиной. Патина не зеленая, а, как видите, голубенького такого цвета. И тоже они сейчас участвуют в распродаже именно со скидкой хорошей. 10 штук в комплекте. Вот так сзади смотрятся. Красивенькие. На этой странице много разных подвесочек, именно, по-моему, с такой патиной. Голубого цвета бывает зеленым, ну а это голубенькая. И все хорошие, мне понравились. К лету можно сделать и на браслетик прикрепить где-то такое, и в украшение поставить подвес. Я такое люблю. Ну и в основном будет фурнитура вся бронзового цвета. И хочу вот показать вам еще пины. Пины я выбрала 5 сантиметров. Можно длину разную выбрать. Так как я хотела делать украшения, закручивать именно на пинах. И выбрала Gun Black цвет. Цвета разные, но вот мне нужен был такой цвет. Посмотреть, как будут смотреться именно... У меня бусинки граната есть. И вот именно на черном пине хотела собирать.
Неплохие, вот как видите, они мягкие. И вот закручивать, если на бусинке, например, вот такую бусинку берем, ну, здесь нужно, конечно, закручивать несколько раз на такой бусинке, да? Мы берем и вот так вот закручиваем. Пару раз надо закрутить. Тут, конечно, нужно инструментом. Я сейчас руками все делаю. И вот так получается. И откусываем остаток, который не нужен уже. Вот так пару раз можно. Вот такие они мягкие. Но они мне понравились. И цвет хороший. И покрытие, вот я закручиваю, не стирается. Хорошее покрытие. Так как черный я покупала, помню, не Gun Black, а именно черный цвет с таким покрытием. И с ними надо быть аккуратнее. Один раз закрутил и все, потому что там краска именно. И она трескается и отваливается. Gun Black – хороший цвет. Вот такие шапочки филигранные. Выбрала именно бронзовый цвет. Очень понравились. Они не такие уж и мягкие. Такие плотные. И руками вот не согнуть твердый металл. Написано, что это 12 миллиметров. Но вот бусинка у меня 10 миллиметров. И если сильно вот так вот нажимать, она может раздвигаться. И я думаю, можно на любую бусинку надеть. Для этой бусинки она большая. Но вот это, по-моему, 10 миллиметров у меня бусинка. И она вот, как видите, вот как она ложится. Ну, а если нажать, эту я уже нажимала. И вот нажимаю. И вот так она ложится. Надо хорошо ее раскрыть, чтобы она легла на бусинку. И мне очень они понравились. Такой ажурный, красивый вариант на бусинке. Они тоненькие. Я уже как-то вам показывала в каких-то распаковках именно филигранные шапочки. Но маленькие я покупала. И в последнее время мне прям нравятся такие. Они красиво смотрятся. Вот побольше бусинка, 12 миллиметров. Я думаю, можно и на нее надеть. Просто с усилием нажимаем, и она потом принимает форму бусинки. И были разного цвета такие шапочки, но я предпочитаю больше бронзовые, так как другой цвет я всегда покупаю с покрытием. А эти мне очень понравились. Здесь в комплекте было, по-моему, 30 штук. Ну, посмотрите, тоненькие, красивые. И на светлых бусинках красиво они смотрятся. Еще я купила вот такую филигрань. Я как-то делала уже с такой филигранью украшения. Я оформляла бусинки квадратные. У меня они закончились. Они мне очень нравятся. Их можно использовать во многих вариантах. Мне нравится, что здесь есть отверстие посередине. Видно вам, да? Я обрезала вот эти вот два окончания. И у меня получалась вот такая деталь. Потом я сгибала, брала вот так вот. Она хорошо гнется, эта филигрань. Придерживаем круглогубцами и вот так сгибаем. И остается вот такая вот примерно деталь, которая хорошо становится на квадратную бусинку. И получается такая ажурная шапочка. Когда-то давно я делала. Их можно использовать не только так, естественно. Можно по-другому использовать. Еще я использовала такую филигрань на кольцо бублик. Как бейл использовала. Надевая на это кольцо бублик. Здесь отверстие я прикрепляла бусинкой. Ну, а здесь остается вот такое, как бейл. Можно подвесить на тросик, на мемори проволоку. Тоже красиво украшает вот такой бублик. Эти детальки, когда я обрезала, они мне тоже где-то пригодились. Тоже можно их где-то пришить, можно придумать с ними много что. И вообще интересная такая филигрань. Много отверстий можно пришить, и гнется она хорошо.
Да, я, по-моему, в браслете их пришивала. Можно согнуть вот на браслет пришиваем, и потом можно хорошо вот так вот ручками изогнуть браслет, что такая филигрань много где может пригодиться в любых направлениях. Вот такие вот подвески. Когда-то я покупала бронзы медного цвета, но они были многие с браком. А здесь я посмотрела их, вот как видите, 4 штуки в комплекте. И они так идеально все сделаны. Просто я не вижу даже никакого изъяна. Вот так обратная сторона смотрится, выглядит. Ну а лицевая сторона, посмотрите, как красиво. Можно по-любому использовать такие подвесочки. Здесь можно и мемори-проволоку прикрепить, здесь можно и бусинку любую прикрепить, можно и даже вышивку где-то пришить, так как здесь вот это все отверстие. Пришить бусинки, бисер можно украсить. Даже можно вот так подвесить, здесь пин прикрепить и какую-нибудь подвесочку. Много вариантов. И выбрала именно бронзовый цвет, что-то этническое придумать. Очень хорошего качества вот эти детали. Мне прямо не понравились. На этой странице большой выбор разных подвесочек. Можно выбрать серьги сделать. Но они мне больше напоминают, как цыганские. Знаете, раньше были такие серьги. Ну а для кулона просто интересный вариант будет. Украсить можно здесь. Главное, чтобы фантазия работала. Ну, она у нас всегда работает, правда? Еще вот такой вариант я выбрала. Тоже где-то я увидела, наверное, в Пинтересте. Именно для сережек. Тоже филигранная такая деталь, как колпачок. Она вот так изогнута, как видите. Интересно, да? Это одна деталька. Сейчас я ее разогну, посмотрим. Просто вот такие вот, как лепесточки. И вот так вот она согнута. И получается такой колпачок. Можно его подогнуть побольше, посильнее. Я думаю. Вот я, наверное, вот эту согнула. И получилось немного вот отличается. По виду, посмотрите, вот. И я думала сделать серьги какие-нибудь винтажные. Здесь можно подвесочку какую-нибудь придумать. 10 штук всего лишь в комплекте. И, по-моему, были в серебряном цвете еще. Еще очень интересные шапочки. Они тоже сейчас со скидкой хорошей, но они большие. Сейчас посмотрим. По-моему, 12 миллиметров. Такие шапочки. Вот так они смотрятся. Но мне понравился рисунок такой красивый и четко все выражено. Их мало здесь в комплекте. По-моему, 16 таких шапочек. И я думала, их можно даже... Если есть вот такие плоские бусинки какие-нибудь у вас, даже кокосовые у нас бусинки есть, да, такого размера на этнические украшения, можно оформить по-разному. Вот, смотрите, как смотрится с такими плоскими. Тоже красиво, да? Ну, а если большая-большая у вас есть бусинка, но у меня нет под рукой большой такой бусинки, можно придумать вот такие даже какие-нибудь разделители. Поставить хорошие, крупные и красивые. Такой вариант тоже должен быть в нашем арсенале. Иногда вот начинаешь что-то делать и надо что-то такое проставочное. Вот, например, кулон сделать и поставить вот такие, как проставочные шапочки, да, было бы неплохо. Еще вот такие
красивые шапочки нашла и сразу же решила их купить. Они сейчас тоже с хорошей скидкой, поэтому я вам их и показываю. Но они мне понравились. Не знаю, как вам. Посмотрите, какой красивый вариант. Я думаю, может, побольше бусинку можно взять. Но у меня нет под рукой крупной. Это, по-моему, 12 миллиметров бусинка. Сейчас померяем. Да, 12. Понравились. Такой красивый рисунок у шапочек. Они закрывают бусинку, и бусинки практически не видно. Можно как-то, наверное, с одной стороны просто проставить. Тоже неплохо. Хорошие такие шапочки. Мне они понравились. Но они не такие тонкие, как филигрань. Но все равно бывают и потолще шапочки. Ну, вот такие еще колпачки, но такие я уже покупала, они у меня закончились. Тоже нравятся, мне понравились, как они смотрятся в сережках. Здесь, конечно, нужен пин длинный. Да, вот нашла я такой длинный пин, можно здесь и капельку поставить, можно любую бусинку. И круглая неплохо смотрится, такие вот длинные получаются подвесочки. Красиво, да, смотрятся. Можно и обрезать, я как-то обрезала их, они как пружинка, видите, да, раскрывается. И здесь можно укоротить даже на какую вам нужно длину. Кусачками я обрезала, раскрываем так и обрезать можно. Но и в украшении можно поставить на окончание, когда, например, у вас мало бусин, они длинные, 3 сантиметра, по-моему, да, 3 сантиметра, и на окончание можно поставить здесь уже карабинчик, да? Где-то даже в украшении можно их поставить в середине украшения по бокам. Здесь маленькие уже можно бусинки или даже цепочку, а здесь бусики прикрепить. Много вариантов с такими колпачками, нравятся они мне, поэтому я их еще и купила. Так, и еще такой же вариант, только проставочные бусинки. Тоже, как видите, они из пружинки. Вот так вот можно раздвинуть, посмотреть. И когда, например, на мемори проволоке удобно, они принимают такую форму под мемори проволоку, полукругом ложатся. Тоже мне такие нравятся. У меня их не осталось, по-моему, я последний раз делала украшения, и они у меня закончились. И красиво смотрятся. Здесь даже можно впереди как-то поставить такую, если, например, подвеску делать съемную. Да, несколько таких можно поставить в украшение. Так, раздвинуть бусинки, если это нужно, конечно. Бывает и такое. Так, а сколько их штук? По-моему, 30 штук в упаковке. Вот такие вот подвесочки. Тоже они у меня были. Я их куда-то поставила в какое-то украшение. И закончились, потому что их всего лишь вот 5 штук. Почему у меня 4? То есть 9. Не помню. 9 штук. Но, может быть, я куда-то одну поставила. Или брала уже отсюда. Или мне не доложили. Вот не посчитала. Вот такие подвесочки можно и в украшение поставить. Здесь есть петелька, сразу можно прикрепить. Ну, кто любит, вот видела я в Пинтересте, да, можно с шипами сделать вот такими украшения. Ну, а я на цепочке подвешивала. Если делать какую-то подвесочку интересную, где-то можно их и подвесить. Они тяжеленькие, да, нелегкие, но и хорошие, хорошего качества. Сейчас тоже они действуют в распродаже со скидкой хорошей. Ну и последнее, что я вам хочу показать, вот такие карабинчики. Тоже у меня они были.
Я их покупала, один, по-моему, остался. И вот нашла я комплектом 5 штук. Они крупные, 3 сантиметра. Но мне нравится вот эта часть, такая ажурная, красивая. Здесь есть петелька, которую можно прикрепить. Я их ставила тоже как-то в украшение. Неплохо смотрится, такое этническое украшение было. Но я думаю, их можно не только в украшения поставить, так как они крупные, да, но они красиво смотрятся. И их можно тоже использовать, знаете, сумочки. Кто делает сумочки, например, с фермуаром? Здесь прикрепить цепочку. И вот так вот можно прикрепить и карабинчик к сумочке, если там позволяет колечко. Тоже красивый такой вариант будет. Ну, а если у вас даже где-то поломалось на сумочке какой-то карабинчик, вот такой вариант. Но они только в бронзовом цвете. Жаль, других нету. Но вот эта часть мне очень нравится. И они все хорошо открываются. Все работают. Нет никаких нареканий. Хорошее качество. Вот такой у меня сегодня был обзор интересный. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии. Ну и ставьте мне лайки, пожалуйста. Все ссылки будут под видео. Желаю вам удачных покупок. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!